«Ковры» – крупнейший производитель и экспортер ковров и ковровых изделий в Республике Беларусь. За свою 120-летнюю историю компания завоевала репутацию надежного поставщика и стала лидером на рынке. Важнейшее преимущество предприятия – современное оборудование и использование передовых технологий по производству ковровых изделий. В состав компании входят фабрика прошивных ковровых изделий, производство тканных ковровых изделий, производство полипропиленовой нити, фабрика нетканных материалов. Ежегодно предприятием выпускается свыше 20 миллионов квадратных метров ковровых изделий. Создание ковров – творческий процесс, который начинается с задумки колорита и дизайна. Регулярно проводится мониторинг рынка, отслеживается спрос потребителей. На сегодняшний день каталог продукции включает более 10 тысяч рисунков в различных вариациях. Самая узнаваемая продукция в ассортименте предприятия – тафтинг с печатным рисунком, так называемым принтом. Для его создания используется уникальная технология печати ChromaJet. Она максимально упрощает процесс нанесения рисунка, обеспечивая практически фотографическое качество. Важным направлением в деятельности витебских ковров является производство тканных ковров. Предприятие выпускает высоковорстные ковры «Шагги» и «Супершагги», циновки, шинил, ковры с комбинированным ворсом и многое другое. Использование в производстве ковров современной, соответствующей всем тенденциям ультрамягкой нити, стало отличительной особенностью предприятия и значительно повысило его конкурентоспособность. Предприятие ежегодно наращивает объемы выпускаемой продукции. Так, в 2020 году в городе Бресте был создан филиал «Брестские ковры», что позволило не только увеличить объем производства тканной продукции, но и расширить ассортимент. В 2019 году в эксплуатацию было введено оборудование для производства полипропиленовых нитей, полный технологический цикл. Этот проект стал инновационным, импортозамещающим и позволил практически полностью обеспечить производство нитью собственного производства. В сутки предприятие производит около 10 тонн нити. Каждым годом предприятие расширяет географию экспорта. На сегодняшний день витебские ковры экспортируют свою продукцию в 15 стран мира. Только за 2019 год за пределы Республики Беларусь была отгружена продукция на сумму свыше 49 миллионов долларов США. Основополагающими принципами предприятия являются клиентоориентированность и индивидуальный подход к каждому покупателю. Вся продукция предприятия сертифицирована и соответствует ГОСТам и международным стандартам. На предприятии внедрены и действуют системы менеджмента ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001. В 2020 году продукция нашей компании успешно прошла европейскую сертификацию UECOTEX Стандарт 100. Это независимая международная система сертификации текстильной продукции на всех этапах производства. ОАО «Витебские ковры» сегодня – это надежный поставщик и партнер, команда профессионалов, высокие стандарты качества.